Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в State of Decay 2 на смертельной сложности, и в прошлой серии мы переехали на новую базу, на последнюю базу уже на этой карте. У нас тут одно одинокое кровавое сердце осталось, мы немножко поэкспериментируем с ним, я думаю, еще. И, может, кстати, пойдем сейчас его прям разбудим. В принципе, мы, наверное, можем... I should take that screamer out from a distance. И пусть потихоньку к нам идут сюда эти орды, да, будем их потихоньку тоже чистить. Я думаю, это будет интересно посмотреть немножко более подробно и более спокойно уже, да, не так, как мы там в начале этого прохождения в панике от пяти разбуженных сердец отбивались. А сейчас немного, да, более комфортно посмотрим на эти осады, подождем их. Нам все равно нужно время, чтобы эти осады набрались, там все дела. Вот, а потом уже зачистим это сердце. Пока полутаемся в этой серии, может быть, кое-какие задания повыполняем, если будет что интересного. Вот, и давайте посмотрим, что у нас тут есть интересного. Ага, эти места пустые. This place seems clear for now, but I know that won't last. Ouch. Что у нас тут? Тут, по идее, стройматериалы могут быть, кстати, да? Ну, давайте сейчас по стелсу пройдемся, посмотрим. Никто не заметил. А ну-ка, профессиональный глушитель попробуем. Ну, что-то... Ну, что-то да. Собрали мы, короче, всех профессиональным глушителем. Так, тихо, тихо. Так, тут, короче, все собираются и собираются. Ау. Ну, да, тут со всех сторон идут и идут. А что у нас тут? Тут пусто тоже, да? А. Все, и мы сразу уходим. Одну фазу мы тут срубили, да, и теперь можем уходить и наслаждаться прибывающими скоплениями. Кстати, из-за скоплений будет у нас боевой дух падать потихоньку. Но у нас он достаточно высокий, и есть множество способов его поднимать сейчас. Так. Ага. Потерялся немного. Да, и наша вышка вот эту часть не обстреливает полностью, да? Glad we got that done. On to the next. Так, хорошо. Давайте посмотрим, что у нас тут на базе еще. Сколько нужно подождать? 6 минут. 36. Хорошо. 4 еды в день. Угу. Ну,
20 минут еще. Ну, в принципе, да, у нас боевой дух весьма солидный сейчас. И это даже несмотря на вот эти штрафы. Обалдеть. Так, ладно, крафтим дальше боеприпасы и медикаменты. Давайте посмотрим, что там у нас по профам. О, химия уже докачана. А в боеприпасы мы идем. И в патологию медицина у нас будет. Да, отлично, отлично. Единичка интеллекта, это у Розы. Смотрится, конечно, забавно. А, кстати, насчет этой единички интеллекта, не, мы, наверное, пойдем Кристиной дальше лутаться. Будем ей докачивать вот это вот все. Пожалуй. Так, и нам нужно в первую очередь, наверное, стройматериалы пойти поискать. Давайте вот сюда сгоняем. А еще, кстати, что там у нас? 300 влияния. Мы можем какой-то... А, нет, нам надо 1000 влияния, наверное, и воду взять, да? Из аванпостов. Наверное, да. Подождем, пока 1000 наберем. Maybe someone would want this. Wonderful. Так. Здесь еще топливо, может, будет. Приближается стая зараженных. И будем сейчас... Кстати, мы, наверное, будем ждать скопления, пока будут набираться до 3-го уровня, и потом будем их чистить, да? Empty. Тут, кстати, сарайчик какой-то еще был. Можно было бы на него посмотреть. Так, тут что, в обход придется идти? Я так не пройду, да? А, у нас есть топливо. Ладно, мы, наверное, туда не поедем. Пока что... Вот здесь мы воду возьмем. Дополнительная безопасная зона здесь будет. Вот сюда, наверное, мы поедем сейчас. Да. Боевой дух у нас снизился. Энтузиазм, по-моему, это ниже, чем было у нас. Ой, здрасте. Тут может и не быть стройматериалов, наверное, да? Ой-ой. Блин. I'll take you all on. I'm about to drop. I only have one left.
That's a screamer. Ну, что-то не густо. Я думал, у нас будут тут стройматериалы. А, давайте, наверное, возьмем пока аванпост здесь со стройматериалами. Пока лутаемся на время. Это, конечно, трата влияния, но, в принципе, на первого уровня аванпост мы можем, я думаю, раскошелиться здесь. И сразу сгрузим барахло. Да, мы тут... Сбор материалов. Небольшое количество материалов дважды в день. Я просто никогда еще аванпосты с стройматериалами не брал. Все влияние тратим на него. Ну ладно. Просто интересно даже посмотреть будет, сколько мы с него получаем. Один материал? О, боже мой. Я думал, хотя бы два. А думал, может быть, даже три? Нет. Нет. Один. Это, да. Скромненько весьма. Так. Детальки закончились. Надо поразбирать. Барахло будет на базе сейчас, наверное, прийти. Тут... Он еще больше часа будет активна дополнительная еда. Это приятно. Тут 12 минут. Ну хорошо, ладно. Да, выгрузиться я хотел. Ну и продолжаем лутаться себя. That's a lot of stuff. Что-то до сих пор ни одного задания нам, да, никто не предложил. Удивительно прям. И когда потемнеет, я, наверное, поеду поторгую. У нас довольно много насобиралось уже всякого барахла, которое можно продать. И нам понадобится много дружественных групп, у которых мы заберем все влияние, которое у них есть. Так. Теперь сюда. I hope nothing heard that. I'm carrying a bit much right now. Sorry, can't carry that. I can't outrun that feral. I'm exhausted. I need to rest. Пойдем, наверное, долутаем. Really. О, а вот и Феро. That's almost as much as I can carry. Да попади ты по нему уже. The armor's gone. Ну, наконец-то. Обращение с оружием до максимума дошло уже. Я пол обоймы потратил в никуда. Да. Так. Тут у нас сарайчик еще какой-то есть, которым еще быстренько.
Лутанем. А, можем и медикаменты поставить, крафтиться уже. Что там? Давай. Пойдем глянем на этих выживших. Так. Сейчас только еще тут пару сарайчиков лутанем. Well, да ну, елки-палки. Но никого. Это хорошо. No way they didn't hear that. Так, скрытность на максимум прокачана. Но теперь больше не будет неудачи, надеюсь, при ултане. Перебинтуемся. И еще раз перебинтуемся. А, и патроны возьмем, да, для этого. Для штурмбрингера. Какое же прекрасное название. Так. Не папа. Not complaining, but I'm kind of stuck here. Где ты? Get down, creep. I can't keep this up. Бейте 10 тысяч зомби, я достижение получил. Weren't exactly helping me finish up, but maybe you can. Прикроешь мне пока трофеи пособираю. Oh, давай. Я тоже пособираю. Sorry, can't carry that. Все, я пособирал.
Не достал. Секунд еще. Все лезут и лезут. Орда, да, тут нам пришла. Ну, мощь качается потихонечку. Так, ты где делась? В любое время. This is for you. Let's not make a whole deal out of it, okay? Еду решила нам дать. Какие у нас есть варианты, как забрать отсюда эту еду? Выкинуть нож, отремонтировать машину. Не-не-не-не-не-не-не. Я не знаю, как долго эта еда просто лежать будет на земле, но я на всякий случай лучше сразу ее заберу. Looks clear. Сюда мы еще вернемся, конечно, полутаться. Но пока возвращаемся на базу. Тем более, Кристина уже все свое отвоевала, хочет спать. И поломала эту, этот тесак, которым она воевала. Можно его разбирать уже, в принципе. Пузырей сколько? Так, и мне надо, наверное, переставить вот эту вот машину, в которой мы складируем всякое барахло. На ту сторону. Или вот эту вот давайте переставим на ту сторону. Потому что я чаще почему-то паркуюсь именно здесь, да? Мне прям очень не нравится. Давайте чуть-чуть дальше. Очень не нравится, что парковка на две части разделена.
И вот эту сюда передвинем. Ну, это можем теперь запарковать нормально сюда. Survivors, this is Nigel Meredith. It's been a while, but I'm back on the air. I want to thank my new best friend Sasquatch for tracking us down and getting us back home. Operation Drawbridge may have failed, but Red Talon is continuing plans to fortify our Crow Lake site. We won't let you down. I'm glad Meredith made it through. I like that guy. I hope nothing heard that. По-моему, Кристина была 50-ка, нет? Наверное, нет. И оружие ей давайте следующее дадим. Вот это мы разберем сразу. И вот топор такой дадим. О, у нас тут уже собирается, да? Осада. Хорошо. Хорошо, ждем. И так, переключаемся на запасливость докачать, стойкость, в принципе, да, давайте на Адама переключимся. У Адама 50-ка, кажется. Ночью я поразбираю немного барахла на детали. Сейчас не будем отвлекаться, пока светло, да, больше полезными делами какими-то позанимаемся. Пойдем полутаемся дальше. Так, Stormbringer. И вот этот простенький пистолет на всякий случай. Хотя, давайте, наверное, возьмем вот этот пистолет на всякий случай. И возьмем наш многозарядный арбалет и пойдем до стрельбу покачаем, походу, где-нибудь по дороге. У нас довольно много боеприпасов вот таких есть. И их все, да, в принципе. А, ну возьмем на всякий пожарный, опять же, коктейли. А то страшно. Так, а ты куда идешь? Наверное, не сюда, да? Наверное, какое-то новое место где-то заражать идет. Пойдем пока сейчас лутанем. Сарайчик рядышком. А, запасливость докачали. Интересно, какие шансы на неудачное лутанье, на шумное лутанье при прокачанной максимальной запасливости. Ну а прибывшие топливо хотят. Хорошо. Хорошо, так. Сколько? 13 минут. Мы сейчас успеем быстренько сгонять к новоприбывшим, к этим. Что мы еще тут делаем? Так. Муди, держи тебе мешок с топливом. 240 влияния получили. Так. О, не то. Черт. У нас теперь есть лишний ремонтный набор один. Ну, не лишний, да, но
Это не то, что я хотел сделать. Так. А чё, давайте, кстати, наверное, мы тут осмотримся. И уже сейчас дело к вечеру идет, можно будет взять какого-то перса другого, может быть, и, или этим, может быть, пойдем, поедем, поторгуем. И тоже, наверное, буду покупать по возможности топливо и ремонтные наборы. Да, давай поищем в другом месте, я не против. Так... А тут у нас какое-то неизвестное место. Давайте посмотрим, что там такое. Маленький сарайчик, да? В котором, наверное, тоже детальки будут только. Shambling corpse to be seen. Блин, как подобрать этот болт? Дверь проклятая. Оп, я был близко. Давай. И есть. Давайте, наверное, тут тоже осмотримся сразу. Что там, место есть еще немного, да. Jackpot. Можем, кстати, к выжившим сразу заглянуть. Я не против совсем. У нас даже есть что продать им сразу. Ну, не густо, да? Но как есть. И ремонтный набор я забираю. Больше ничего интересного. Тут мы вроде бы все осмотрели. Орда и сарайчик, наверное... А, нам надо выгрузиться. В любом случае. Так, хорошо. А, когда набирается второй уровень осады вот этой вот, да? То есть шанс, что они сразу пойдут в осаду. Не будет третий уровень набираться. Что... Ну, не очень было бы хорошо. Я бы хотел именно третий уровень осады зачистить, посмотреть, какой лут выпадет при этом. Плюс, опять же, мы набираем таким образом себе... как оно называется? Не влияние, а... очки дайбрейка этого, да? Как оно там правильно зовется-то? Престиж, вот, престиж. Можем вызвать торговца потом. И какие-то товары у него за престиж можно покупать. О, здрасте. Ты тут откуда взялся такой красивый? Thank you.
Так, я вроде Q нажимал. Что-то плохо нажимал. Нам надо, чтобы Ферала разобрали наши снайперы. Оп, так, понял. И Джиггернаута тут рядышком тоже. Стоп, это... Он аж туда пошел, Джиггернаут этот? Походу, да. Еще один выстрел. Да, блин. Беспорядки. В принципе, давайте посмотрим. Так, 30-40 болтов пусть будет. Пошли посмотрим на беспорядки. Ой, болт один, ладно. Пусть валяется. Может быть, там нам как раз пригодился бы снайпер. Backup's here. What can I do to help? Wonderful. Okay, I'm counting on you over here. That was more coming in fast. Hold the line. This could be an issue, folks. 2 минуты защищать защитников нужно. Good at this. О, это наша. Так, а вот это плохо. А, ну он далеко вроде. Так, нам надо еще чуть-чуть стрельбу подкачать, да? Блин, где-то был болт. Новое оружие. Кстати, я, по-моему, оружие никогда не просил. Sure thing. Бита. Бита чемпиона. Такого я не видел еще.
А, и они свалили. Блин, я думал, они дружественной группой тут останутся. Ты куда идешь? Только не говори, что ты мою идешь захватывать мой этот самый, мой аванпост. Куда-то, конечно, интересно. Идет эта орда. Так, вообще нам, конечно, наверное, может, не стоит уезжать пока слишком далеко от нашей базы. Потому что вдруг осада. Блин, реально, да, мой аванпост идет захватывать. Ну, я успел. Перс у нас уже этот полностью вкачанный. Прочность не очень большая. Ну ладно, давайте мы посмотрим это. Так, все, арбалет уже не надо. Теперь берем нормальное оружие. Добавим, наверное, коктейли еще тоже. О, 7? Ого. Так, сейчас мы его побинтуем. И можно медикаментов теперь ему добавить, да, до 7. И снеков до 7, к примеру. Это его запасливость. Докачалась. Плюс 3 она дает, да, неплохо. Полностью. Первый наш полностью прокачанный перс. Так. О. Это может быть то, что нам нужно. Единственное, я не уверен, когда именно нам нужно вот эту вот осаду зачищать. Nothing like a job well done. Когда она уже пойдет к нам на базу, или... По-моему, да. По-моему, когда она выйдет на базу именно. Ха. Ладно, я поеду на базу, вернусь тогда сейчас. Пока что. Какие-то тут звуки интересные, но... Скопление слишком близко. Очистить места осады, да? Так, как у нас дела? Нам надо новую... Смотрите, сколько, да, минусов идет от скопления этих всех. Скоплений слишком много. То, что мы кровать одну построим, еще не сильно поможет, кажется. Да, но вот это вот уже идет куда надо. I hope nothing heard that.
И мы теперь просто ждем, когда они пойдут к нам на базу. О, вон, бегут такие довольные ребята. И они, наверное, не сразу пойдут, мне кажется. Вообще, может быть, нам тут машина понадобится дополнительно, чтоб наверняка. Ну, мы на это сядем, если что. Короче, ждем. Ждем, смотрим. Третьего уровня, да, скопление. Джиггернаут, два ферла, крикуны, пузыри, полный набор всякой гадости. Но они не спешат. Место осады. По-моему, нам надо именно саму осаду будет уничтожить, когда они к нам пойдут. За нее мы получаем именно эти престиж. Со снайперской поддержкой проблем не будет, я думаю, с осадой разобраться. Блин, надо дождаться. Я, наверное, не хочу сейчас далеко никуда идти. Идем, может быть, сарай лутанем с той стороны. Пока быстренько. Скопление и наказание. Отличное название. Чтобы дать Рози возможность уничтожить скопление зомби, переключитесь на нее. Ну... В принципе... Я, наверное, не против. Давай, Рози... Пойдешь повоюешь сейчас. Где моя большая пушка? Вот она. Рози. Да. I'm going to clear out an infestation. If we want to survive, we can't let the zombies take over our town. И мы за это еще получим влияние немного. Так, где там наш Штормбрингер? Возьму 9-миллиметровый этот на 15 зарядов, на 16 пистолет. Возьму обязательно коктейли. 4 штучки, так, по-скромненькому тут. И пошли... Осадное скопление считается за скопление, я думаю, правильно? А, стоп. Она хочет то уничтожить. Off that one. All done. What else you got? 100 влияния, 50 влияния, 5 влияния. Так, хорошо. Возьмем тебе еще один коктейль на всякий пожарный. И ждем. Мы ж правильно, за уничтожение этого не получили, да, в принципе, ничего интересного. Там, кстати, может, какой-то лут остался. Идем посмотрим. И сарайчик где-то там тоже, где-то недалеко, который я лутнуть хотел. Какие-то стрёмные звуки здесь.
Вроде лута я не вижу. На этих скримерах. Be careful. Freak over there. Oh, not bad, I suppose. У нее, да, единичка интеллекта. Уже двоечка, уже не единичка. Как у нас с прокачкой этих навыков? Давайте сейчас глянем. Патология еще не на максимуме. Боеприпасы уже на максимуме. Хорошо. Блин, ну куда же они к нам придут-то? Реально не хочется куда-то далеко идти. Может пойти полутать вот эти вот места? Давайте, наверное, сейчас что-нибудь полутаем. I'll be there with you before you know it. Ну, вроде как бы недалеко. Да? Ладно, пойдем. Совсем не то, чем я хотел ночью позаниматься сегодня, но... Что поделать? Блин, там вход еще со стороны Орды, да? No, I'm fine, really. Just vomiting blood. Понял?
как ты? Как ты спрыгнул? Кажется, тут все какие-то раненые. Okay, мы умираем от кровавой чумы. В нем вакцина. Так. Принеси нам вакцину и можешь забрать себе остальные припасы. Окей. Пойдем. Там Ферал, по-моему, в камнях застрял вместе со скримером. А, двери нет у меня, да. Такое странное. Ну ладно, пойдем посмотрим. Такого задания у нас, по-моему, не было еще, да? Никогда. Look what I found. О! То, что мы покупали за 500 влияния. Улучшение для медпункта, чтобы крафтить всякое разное барахло, типа блокаторов. Адера-блокаторов, или как они там называются. Ну, какие-то блокаторы, короче. Что у вас тут происходит? Куда вы побежали? Они сдохли? Походу, один из них помер, что ли? Мы не успели, видимо. Кстати, раз там кто-то из них помер, можно попробовать лутануть, правильно? По-моему, я добил вот... Да, вот. Ой. Как-то об этом я не подумал. Там, по-моему, еще одного можно будет лутануть. О боже мой. Странное сообщение. Да, там реально сейчас можно еще двоих лутануть будет. Или, может быть, они убежали, не знаю. Может они в зомби превратились, или они, может, они убежали. Ладно. Мы забьем на них, возвращаемся на базу, пойдем дальше лутать возле базы чумные сердца. И ждать осаду. Я хочу в этой серии дождаться. Чего они так долго? Вообще пойдем, наверное, сейчас еще зачистим вот эту станцию и... Мы, наверное, сотку влияния не получим, да? За нее. Наверное, не получим. Ладно, тогда пойдем, пока лутанемся.
А, да, двери-то нет, действительно. I should take that screamer out from a distance. Locked. Thank goodness, something we can use. I'm carrying a bit much right now. Sorry, can't carry that. Так, медикаменты мы выгружаем. Еду, наверное, тоже можем выгрузить. Мешочек для разнообразия. Машину я, наверное, отремонтирую. Это, может быть, сюда идет... Мы, по-моему, немного влияния получаем за зачистку вот этих вот орд тоже, да? И настроение там тоже поднимается, по-моему, у наших. Надо поразбирать барахло. Поскромненькому там прибавка идет. Блин, и не пойти никуда по-нормальному. И сидеть ждать тоже как-то не в прикол вообще. Ну, пойду, наверное, потихоньку лутаться дальше здесь, недалеко возле базы, чтобы можно было сразу, как только орда пойдет, да, чтобы можно было сразу же... реагировать на это. Nothing moving about. I found something at least. I think that's all I'm going to find here. Так, хорошо. Тут все лутанули. Ну, к ним мы сейчас точно не поедем. Я, наверное, попробую все-таки сейчас очистить водокачку и захватить, может быть. А, кстати,
прокачка это хорошо, только нам надо избавиться от какого-то аванпоста, да? А, ну со стройматериалами, как бы. Верно. Нам он просто сам по себе не нужен. Потому что один стройматериал ни туда, ни сюда, поэтому да, мы, наверное, от него избавляемся. И таким образом получим себе сейчас как раз слотик. И можем... Там одного, один крикун еще остался, и все. Ну, не считая всех вот этих вот зомби. О, вот он. Infestations cleared away. We can rest a lot easier. Okay, go for the head. О, здрасте. Keep that screamer quiet. Стоп, а где Джаггернаут? Он где-то с другой стороны бродит. Ага, вот он. Можно мне с ним разобраться в первую очередь? Бы. Снайпер, ну кому? Okay, I'm out. А ты прикалываешься? Будем как в старые добрые времена. Тут, а тут снова целая орда зомби заспавнилась. Ну, камон. Я ж недалеко уезжал. Что-то так.
I'm just about out of these. А, стоп, это у меня эти. Я вот полечиться хотел. Когда там у нас уже фехтование докачается? There's a feral coming in. Ух, еще орда. Так, и ферал тут, да? Как тут? И еще одна орда. Вы закончитесь тут вообще когда-нибудь? Закончились. Опа. Но не надолго. Серьезно. Ну, зато фехтование сейчас докачаем. Да не ори ты. О, все, да? Почти все. Ну, кстати, там лут немного есть. Seems to be clear. Целых два патрона. Так. О, отлично. Ого. Ну, туда я не поеду, да. Ну, Розу я на базу отправил. Спать положил. Сейчас с сенсеем погоняем, покачаем. Может быть, стрельбу немножко тоже поднимем. Да тут все подряд поднимать надо. И скоро патология до максимума докачается. Садоводство уже, да. Так, что мы берем? Я, наверное, земледелие все же возьму. Короче, надо еще ждать. Мы можем улучшить нашу ферму. Но я бы хотел, наверное, комнату отдыха в первую очередь улучшить. Я думаю, да. That's not gonna work. И у нас, короче, есть три аванпоста. Я думаю, мы, наверное... От аванпоста с едой избавимся. От одного еще.
улучшим до максимума, ну, со временем, когда ресурсы будут для этого, улучшим и, ну, влияние, там, по 800 влияния надо на третий уровень. Улучшим, чтобы еды у нас было достаточно. Давайте посмотрим. Топливо. А на воду мы теперь топливо тратим. Да. Ну, мы тогда, в принципе, можем улучшать, наверное, этот аванпост тоже, да? 2000 влияния. На 800 это на второй уровень, а потом 2000 на третий. Ну, короче, в любом случае, да, мы сможем избавиться от потребности в топливе, улучшив аванпост с топливом 1. И давайте дальше смотреть по ресурсам. Материалы. Ну, материалы у нас в плюс идут в любом случае. На ферму материалы тратятся. А, мы в ноль выйдем, когда улучшим мастерскую. Да, тоже, в принципе, как вариант. И это, ну, в принципе, скоро будет, может. Хотя, первым делом, наверное, комнату отдыха, а потом уже мастерскую. Комната отдыха интересней. Так. Патроны в ноль. Медикаменты, ну вот да, для, наверное, медикаментов мы все-таки... Мы 4 еды здесь потеряем. Получим на улучшенном аванпосту 2 вот или 4, вопрос интересный. Увеличивает в 3 раза. А, то есть 6 будем получать, по идее, да? В 2 раза 4, в 3 раза это 6 еды будет у нас с этого аванпоста. Ладно, давайте ферму тогда улучшим, сразу потратим на это все наши материалы. Мы сейчас тут получим через 3 минутки один. Просто чтобы понять, есть ли у нас улучшение на ферме следующего уровня, да? Или нет. И дальше крафтим. Я еще вне записи сейчас поразбирал барахла всякого на базе, чтобы деталек больше было. Можем дальше крафтить медикаменты эти. Мы, в принципе, медикаменты... Ну, да, крафтить медикаменты бесконечно не получится. Рано или поздно у нас закончатся эти... Спирт, по-моему, нам для медикаментов надо, да? А химикаты используются для этих, для боеприпасов, по-моему. Ну, то есть рано или поздно это закончится... И что? И все. Конечно, если бы у нас был бонус от лидера-строителя, да, и нам не нужно было аванпост с едой, с водой и с электричеством держать, было бы гораздо приятнее. Эти бонусы, конечно, от лидерства очень хороши. Жалко, что мы их не можем выбрать при переезде на следующую карту. Даже если выполним всю эту сюжетку. Ну, так как в прошлый раз у нас не получилось. Ладно. Я еще смотрю, кстати, может быть, нам надо дождаться... Не нужно было уничтожать осадные вот эти вот скопления. И нам нужно, может быть, было дождаться, чтобы угроза осады повыше стала. И тогда, типа... То есть тут не совсем еще понятно, как работает это дело. Ну и у нас перестали скопления идти. В принципе. Тут довольно бодро набрались, и мы почистили, и все, теперь... За ночь ни одного нового скопления у нас не появилось нигде. Но мне хочется дождаться реально, чтобы началась именно осада. Ну ладно, давайте мы этим этому Мудиню откажем в помощи. Он захочет сейчас на нашу базу переехать, да, нам это, естественно, не надо. Мы просто кинем туда коктейль Молотова, расстреляем их всех, заберем все самое интересное барахло. И я думаю, мы это сможем быстро сделать. О, 7 минут еще осталось, мы как раз успеваем. Сможем сделать все это довольно быстро и вернуться снова к базе и, если что, ждать осаду. Эти ребята относительно недалеко, ну, в какой-то степени.
Ну и, наверное, если осада не начнется к тому времени, как мы на базу вернемся после этого задания, то мы на этом серию закончим и в следующей серии продолжим ждать осаду. Ну а что делать? У вас отличная база, и, конечно же, мы отказываемся переезжать. Хорошо. Все, мы достаточно ушли? Нет, еще недостаточно ушли. А вот так, достаточно ушли? Достаточно ушли, хорошо. Ну давай. That's as far as you go, fuckface. Yep. Fire in the hole. Getting tired. Not good. Стоп, один враг еще типа остался? Там кто-то выжил, что ли? Fantastic. А. По идее, нет. Way too noisy. I'm already full up. Эта бита простая? Да, простая. По прочности там понятно, простая она или не очень. Так. Приманка. Я, наверное, рюкзак возьму чисто на продажу. Когда-нибудь мы продадим. Когда-нибудь до торговцев мы доберемся. В принципе. Я надеюсь. Ну, да, что-то осада никак не это самое. Не идет к нам. Я думаю, что мы сейчас на этом серию закончим. В следующей серии продолжим лутаться. Если пока мы будем лутаться, осада не случится, то мы, наверное, просто-напросто пойдем и уничтожим это место, да и все. И, может быть, на следующую карту переедем и там попробуем активировать пару сердец, да, разбудить и собрать осаду. Ну, посмотрим, короче. Потому что, ну, как-то и вроде уйти никуда нельзя. Задания повыполнять какие-то, которые там где-то вдалеке. И там пойти поторговать тоже нормально не получится. А мы сейчас могли бы кучу целую влияния получить. У нас много барахла на продажу есть. Ну, короче, наверное, да. Нам тут немного совсем еще зданий полутать осталось, и мы, в принципе, с этой карты можем сваливать на самом деле. Ну, короче, посмотрим. Ладно, в любом случае, всем спасибо за просмотр, всем пока. И увидимся в следующей серии.